Еще знаешь, кассиры, ну, принимают заказ, да? А, там акция висит около кофейного банкомата, что 0,4 миллилитра, что там покупаете? А, 0,2 покупаете, а 0,4 вам... Короче, что-то такое. Все молчат про эту акцию. Вот. Должны что-то сказать. Ну да. Это я уже за кофейный терминал зашла. Потому что на одном там тетка кофе брала. У нее стаканчики слиплись. Она там еле колбасилась. Вот. И в итоге он налил мне кофе. И пены столько, как... Так знаешь, как с эту чашку всю. И она крышкой не закрывала. Очень, короче, интересно. Мне вообще нравится. Там кофе такой горьковатый. Ну, не так, как на Несте, как из птичьего говна. Вот это мои первые часики Hello Kitty, которые я взяла. Купила, как сказать, раньше это не было, да, покупок заграничных. Папа! Вот, я их восстановила. Батареечку поставила. Здесь даже Hello Kitty гравировочка есть. Вот на этой заправке кофе говняное. Как будто это птицы насрали. Не, ну бывают заправки реально хороший кофе, такой мягенький. А бывают, ну, жесть. Папа. Купила себе шампунь лечебный. На следующий день уже волосы как из говна и сала. Что у меня... А еще вон такие, видите, арбузные коктейли. Я вообще ничего не успела подготовиться. Маникюр не сделала, волосы не сделала. Еду такая. Сегодня будет уже новогоднее представление у нас. Сегодня какашки пшел. Вчера было сражение за шушары. Шушары за... Я думаю, съезжу нормально к остеопату, расслабимся. Но в итоге полдня с техподдержкой висели, потому что они говорят, вы отгружаете уже больше 100 посылок в день, поэтому извините, на Грибоедово наш пункт выдачи для вас закрыт, потому что вы там оптовики. Я говорю, ну так а что нам делать-то, куда ехать? А, все, вам шушары только доступны. Я говорю, вообще где это? Это вы на Луну меня еще отправьте. А, да, кофе возьму, латте. Ну, это маленький. А, вы меня еще на Луну отправьте. Какие еще, блин, шушары? Мы на Садовой в центре города. Ну, какие шушары? Полдня переживала. Долбала эту техподдержку, чтобы мне дали что-то другое. Мне дали лиговский. Ну, лиговские шушары, вы представляете? Это вообще две разные вещи. Лиговский — это 3 остановки на метро. Вот так, ребята, долбайте, долбайте других, чтобы вам сделали комфортные условия для под вас. Ну, к остеопату-то мы попали. Был вообще вариант, в январе еще запись стояла, а в декабре пропустить. Я решила не пропускать, потому что я чувствую, надо делать. Раз в месяц мы ездим. Вот. И опять такую глыбу вытащила. Во-первых, сказал, вот эта ветряная оспа, которая была ветрянка, да, она подзаблокировала оболочки в мозгу. Вот. Это вытащили. Когда Кирюшу делали, у меня, как обычно, такое по спине проходило, как будто пылесосом чистили. Когда меня стали делать, я поняла, что лезет такой огромный кусок. Я пару раз вырубилась, у меня сознание просто утекло. Я даже вот чувствую, что как бы я, ну, сплю. Вот. То есть вижу себя со стороны спящей. Да? Пару раз я просто вырубалась, и после остеопата я тоже вырубилась, спала. Мы поехали к родителям, помирились с родителями. Черная луна идет на спад по родовым системам, потому что был разлад. Энергии шли такие, что рода просто рассыпались. И все, помирились, нормалек. Ну, самая фишка в том, что не то, что делает остеопат, а то, что вылезает после него. Потому что его этот кусок надо расшифровать. Ну и вот, когда Кирюша был маленький, то есть еще в животе сидел, наверное, на 4-5 месяце беременности, мне приснился сон, что я маленький мальчик, я живу в лесу с дедушкой. И заходят, ну, не знаю, немцы не немцы, но военные какие-то. Военные несколько мужчин спрашивают, у вас есть еда? Я говорю, нет. Я помню состояние ребенка, очень такого доверчивого. Они такие, ну окей. И в живот ружье направляют и выстреливают.
И я просыпаюсь от того, что меня пинает Кирюша в живот. И я вчера расшифровала этот сон. У меня столько энергии вышло, у меня из спины, у меня столько блоков. В общем, я вчера очень довольна, что я сходила к остеопату. Просто замечательные блоки, очень серьезные блоки он вытащил. Конь и олень едут, ребята, конь и олень. Олень, реально, у него рога. Ты видишь, Кирюша? Два оленя едут. Это ж как мы попали. Они к Санта-Клаусу едут или к Деду Морозу? У них какая-то вечеринка. Так, смотрите, это упряжка Санта-Клауса или Деда Мороза, ну, в общем, неважно. Сани, Санты, и там олени едут. Вы представляете? Как выбрать остеопата? Не знаю, я просто пошла к первому попавшемуся, я ничего не выбирала, вот. Мне почему-то пришла информация, что надо к остеопату. Кто это, я не знала. Я вообще не знала, кто такой остеопат, что он делает. До этого я ходила к мануальщику. Это достаточно тяжелая такая выправка костей. И после родов мне надо было крестец выправить. Особо мануальщик с этим не справился. И мне почему-то пошла информация про остеопата. Я не знала, что это за слово. Пошла к первым попавшимся. Они ничего не расшифровывают. Они знают про эмбриональный период и правят эмбриональный период. Правят слои энергетические в эмбриональном периоде. Расшифровкой они не занимаются. Это уже я спустя 2 года поняла, что это надо расшифровывать. Тогда будет толк. Ну, в принципе, без расшифровки нормально. То есть вытаскивается энергия и прорабатывается. Только это, соответственно, с одного раза все делается. Одного раза не хватит. Каждому, конечно, по-разному. Но достаточное количество сеансов надо сделать, чтобы вытащить кармические энергии, которые зашли в эмбриона. И в терапии, когда вы работаете с психологом, вы не сможете туда до конца зайти и подцепить нужные энергии, которые сидят и влияют на энергетические слои, на ситуации, да. То есть, когда вас прорабатывает либо кинезиолог, либо телесный практик, либо остеопат, он вытаскивает блоки. Вы когда эмбрионом были, вы же что, помните, что там было, нет? Не помните. А остеопат делает энергетические протяжки, как в АЦС-барах примерно то же самое делается. Ну и вытаскивается. Просто если вы осознаете то, что он вытащил, это будет плюс 1000 баллов в карме. Все это дело с рейки, да. Рейки отдельно, кинезиология отдельно, остеопатия отдельно. Каждый занимается своим спектром. Кинезиология не так сильно, вот как остеопатия, мне так кажется, по крайней мере, управляет. Она блоки уже последующие, после эмбрионального периода берет хорошо. А остеопатия прям, знаете, просто с первичной клеткой работает напрямую. А первичная клетка, соответственно, там... интеллект тела сохранен, тот, который шел с прошлой инкарнации. Я просто знаю, что у меня, например, был инсульт в прошлой инкарнации. У меня полтела очень тяжело реагирует, и он до сих пор не вытаскивает этот инсульт, понимаете? То есть это 2 года прошло. И только после этого я стала себя более-менее хорошо чувствовать. У меня не отваливается там левая рука и так далее. Очень-очень много нюансов есть в этом, но это очень полезная штука. Рейки поможет, если вы в критическом состоянии, вы попали в какой-то замес эмоциональный, и из этого замеса вы не можете решение принять. Например, такой замес бывает, когда уже болезнь начинается. Например, когда у нас был обструктивный бронхит, мы первый раз попали в больничку, а потом я уже не допускала этого, я уже нашла практика, и она буквально за сутки нас вытаскивала из тяжелых таких состояний. Но рейки – это такая, знаете, припудривание раны, это экстренная помощь. Я знаю одну мамочку, которая вытащила из аутизма ребенка только рейки за 3 года. Она каждый день делала рейки. Это вот... реальная история. Она сама обучилась, прошла все эти инициации, которые я считаю бредом сивой кобылы. Не надо для энергии проходить инициацию. Энергия либо есть, либо нету. Ну ладно, там такая система, окей. Ну а целителя тоже очень зависит. У меня было несколько человек. Один был слабый, она только начинала.
я чувствовала, поток идет, да, но немножко не такой, как хотелось бы. Да, работало все, но там и цена была ниже. А потом я уже нашла хорошего целителя, она уже много лет в энергопрактиках, с хорошей такой четкой Венерой в центре формулы души, помогающая такая врачебная целительница вообще. И она хорошо, она даже картинки видит, что мне очень помогало вообще столько блоков у себя повытаскивать. Ну, то есть от практики зависит очень. Но рейки тоже надо расшифровывать, все надо расшифровывать. Если просто тупо стоять на гвоздях, делать рейки или еще что-то, не осознавая, какие энергии там идут, тогда смысла нет никакого. А вспомнить блоки, которые вытаскивает остеопат, затруднено тем, что это в основном идет с прошлого периода, не с этого, да. Это тоже затрагивается, конечно, потому что через тело же он уже прошел. Источник, корень, да, сидит очень далеко в ситуациях, которые были в прошлом. Ведь от чего-то же был инсульт тот же самый, да, как его вытаскивать? Если он был, да, у человека, то смотреть следующую инкарнацию, если просматривать его линию, там определенно будут проблемы с телом. И эти проблемы вот решает остеопатия. Только сама остеопатия об этом не знает, наверное. Это такой очень тонкий эфемерный момент. Может, они и знают, но они не раскрывают, чтобы не пугать клиентов на самом деле. Так, сейчас по традиции после логопедушки заедем. Картошечку фри навернем, шавермочку. Ну уж после можно на Новый год ехать. Забрали 3000 штук курьер-пакетов. Раньше заказывали по 100 штук, потом по 200, по 500. Сейчас уже 3000 заказываем. Так, скотч здесь. Сейчас поедем на Новый год. Скотч уходит одна штука, одна банка. И, бать, как она называется? Рон. Это что такое? Это, наверное, тоже пакеты там. Чего ты, Кирюша? Сейчас я тебе дам. Сейчас штуку клея взяла. B700 по пластику. Хочу попробовать. Вот какие петербурженки модные ходят. Вообще мне нравится петербургская мода. В центре очень много интересных людей. Ну что тут машина встала? Никак не показать. Кому еще показать? Нет, народ, конечно, частично... Одет средняя, но иногда бывает очень симпатичные наряды. Так, вон Балтийский вокзал, модное место сейчас. Там, смотрите, как светится, обожаю такое оформление, светящееся. А Варшавский экспресс это там, да? Вот там. А, вот там вот еще есть Варшавский экспресс, это большой центр и фудмол там сделали. Один из самых больших в Европе фудмолов. Моя мечта там побывать. Фудкорт.